Так, я нахожусь на автобусном вокзале, и вот тут такой красавец стоит. Что бы вы думали, что это такое? Икарус Люкс. Все серьезно. Вот такой вот. Кажется, песик что-то учуял. Как вы думаете, что это за такое вот тут стоит? Короче, это еще одна школа. То есть вот это вот наша 65-я, а это, я не знаю, что 65.1 версия какая-то. В общем, здесь только первоклассники на постоянной основе обитают. Вот тут забором все огорожено, чтобы они не выбрались. Шутка-минутка. Значит, короче, да, тут чисто только для первоклашек. И здесь у них своя столовая, бар, бассейн, короче, джакузи, подземная парковка. Ну ладно, ладно, это я уже припиздел, конечно, но столовая своя у них есть. Вот такие вот дела. Держу в курсе. Капец, сколько она кругов уже тут намотала. Я пришел, она все бегает, а сейчас еще ускоряется. Вообще сумасшедшие люди, вот те, кто бегают, особенно долго бегают, если да, не так, что типа недельку побегали и все, а вот прям так месяцами или годами, это не очень здоровые люди. Ладно, шучу, крутые. Это же точно влог будет, да? Мы с этим молодым человеком познакомились, знаете, когда? Когда мне было 14 лет. Ты знаете, все, сколько мне сейчас? Он педофил. Он. Все. Сейчас мне 19. И вот мы сейчас впервые увиделись. Мне кажется, что он нереальный. Мне кажется, что это картинка какая-то. Это я голограмма. Ты голограмма. Угу. Да. Короче, я ждал, да, прикол, когда тебе наконец-таки 18 лет исполнится. Ну, блин, обстоятельства, но ты как бы вовремя вполне. Он мне предлагал жениться когда-то, такой, Саша. Ну, мне очень надо в Россию, ну пойми, пожалуйста. Я уже, знаете, чуть не вот попалась на эту удочку. Так, это пиздец уже чистейший ваш уст. Пришла в отель к клиенту. Сейчас идем к нему в номер. Такой вот он снял интересный отель для нас. Пойдем, меня же не терпится. Саш, ты понимаешь, что вот это выкладывать никуда вообще нельзя. Почему? Во влог. Твоя мама оценит. Моя мама не посмотрит, я ее заблокирую с своего аккаунта. Ты делал обзор на номер? Да, да, да. Блин. Сука. Нужно разуться? Да. Хорошо, пап. Раздевайся, да. Не стесняйся. Вот ты шутишь. Я же в какой-то момент перестану думать, что это шутка. Ну, значит, так там может быть. Все, выключай камеру. Я к таким не готов к вопросам. Ля-ля-ля. А еще мы, кстати, здесь остановился. Four Seasons, да? Короче, быстрый брос. Я не знаю, почему Николай хочет скрыть эту историю от вас, но я не хочу. Поэтому сейчас вам расскажу, как мы познакомились. Начинай. Сижу в Инстаграме, никого не трогаю. Нет, ну на самом деле... Тут пишет какая-то сумасшедшая. Да, пишет, ну не просто так все-таки. Ну не просто сумасшедший. Не настолько сумасшедший, потому что, ну, у меня есть сайт, уже существует очень давно, музыкальный, там аккорды всякие, я вот, там можно делать все модуляцию, транспонирование и другие. Ну, крутой сайт создал, поняли? Да, да, да. И она мне пишет с каким-то вот музыкальным вопросом, типа, есть ли ноты или какие-то, ну, скорее всего, да. Короче, да, мне было 14 лет, я искала аккорды одной песни. Мне очень нравился сайт Николая, да, потому что там была раскладка для пианино. А, да, аппликатура. Аппликатура, да. Уникальный сайт. Абсолютно, вообще базар, правда. Без пизды. Абсолютно. Ты знаешь, сейчас я покажу, ты охуеешь. Я надеюсь, ну просто это... Это разъем. Разъем. Офигеть. Подожди, и это мой сайт. Да. Ну, типа, я себе сохраняла, там выписывала какие-то... Я
что-то. Я в шоке, я польщен. Ну реально, это круто. Короче, мне нужны были аккорды для какой-то песни, а их не было. Я увидела Инстаграм владельца этого сайта, его, спойлер. И, короче, я ему написала, типа, братан, есть, ну, выручай. Помоги, сделай аккорды для этой песни. Он такой, хорошо. И какого-то хуя мы начали общаться. Я вообще да. не могу. Ну, потому что, что, музыканты всегда найдут, о чем поговорить. Факт. И вот так. И вот так вот. А потом вот так свела. Потихоньку, Такие да, все? Потихоньку. Он в Эстонии, я в Москве. Да. И прошло всего каких-то... Сколько? 5? Ну, около 5, там, наверное. Меня заставили нажать, конечно. Ну все, все. Пиздец. Извини. По-моему, все, можно? Отмена, отмена. Что? Что, подумай свои второй половинки на первом свидании. Не, деньги верните мне, 350 рублей. Нужно подумать. Ну, блин, да, очевидно. Очевидно, я тут даже спорить нечего. Вот. Да, кстати, в гости, заебись. В гостиницу. А можно всех нахуй? Я на что подписался? Есть контакт. Не останавливайтесь. Идет измерение. Саш, как ты думаешь, мы единственные идиоты, которые хуйню и занимаются тут? Ваши чувства. QR-код. У тебя приложение, да, Макдональдское, Скайе? Да, и прошу прощения. Вкусное и очко. Так, и получается... А, вот за столом. За столом номер стола. 228. Это прям как статья. Так, все, оформить заказ. Да, и теперь, получается, нам просто его принесут за стол. Да, сейчас я его оплачу. Это шикарнейший лайфхак, реально. И все, ждем. Когда принесут. Это ли не чудо? Понял. Ты спасибо. На диете. Да я не на диете, но это лишнее вообще. Это просто, ну, не поменяется, понял? Хорошо.